Приветствую вас. С точки зрения психологии вы перестаете чувствовать себя в безопасности, когда к вам приходит подруга и пытаетесь себя защитить от чего-то. Ну, от каких-то моментов, которые вас напрягают. Почему-то. Вот. Агрессия – это защита. Агрессия – это защита, это вот означает потребность защищать себя. Вот. Соответственно, в гостях у подруги вы себя не чувствуете. Плохо. В гостях у подруги вы себя не чувствуете незащищенные. И, соответственно, агрессии никакой нет. Ну, ее на самом деле и быть не может, потому что если вы чувствуете себя в безопасности, то если вам комфортно, то проявлять агрессию, соответственно, нет никакого смысла вообще. Вот. Вот, в принципе, так. А почему вы чувствуете себя дома в присутствии подруги некомфортно, нужно выяснять. То есть это либо связано с вашими отношениями с подругой. Вот, что-то в этих отношениях вызывает у вас нервозность, неуверенность, уязвимость, страх. Вот. Либо это связано с восприятием себя, своего дома. Вот. Может быть, опять же, какой-то страх, не связанный с подругой, а страх, связанный, например, с тем, что она увидит в той или иной степени, как вы живете. Вот, и это, соответственно, ее напрягает, ну, напряжет очень сильно, вашему мнению, именно по вашему мнению, это ее очень сильно напряжет. Вот, то есть тут вот такая история, да, такой момент, и, на мой взгляд, ну, обращать свое внимание вам нужно на эту ситуацию, на эту историю. Вот. Вот так. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.